isto aqui é uma avenida, aqui à maneira. Vamos passar mais daquela coisa, mas desculpa, ok. Итак, мы уже приближаемся к границе с Испанией. Мы в городе Элваш. Элваш. Вот здесь Элваш. А это Муштра фронтера в Испании. А вот эта черная линия – это граница с Испанией. Нам осталось совсем чуть-чуть. Испания, встречай нас. У меня, кстати, есть видео с этого городка. Мы сюда приезжали где-то, наверное, пару лет назад. Здесь есть знаменитый музей современного искусства. И мы приезжали сюда посмотреть и прогуляться, развеяться. Обязательно вставлю ссылочку, чтобы посмотреть это видео. Вот там уже виднеются испанские горизонты. Сейчас заедем на заправочку. Окей. Проверить санитарное состояние заведения и поедем дальше. Осталось буквально пару километров до границы. Выглядит граница с Португалией, Испания. Уже вывески на испанском языке. Никаких проверок, никаких границ. Все открыто, проезжай где и как хочешь. Пойдем сейчас заглянем еще в кафетерию, take away. Интересно, что там продают. Просто посмотрим, кушать не будем. Такое приличное, еще столики такие симпатичные. Вот такие entrada. Direita. Так, с собаками, с сигаретами нельзя. Вот и я собственной персоной. Пошла. Столько вкусняшек. Да, тут, конечно, изобилие вяленого мяса.
как целый маркет. Осинку Жота, что за вер? Это хороший бренд хамона. Номера европейские, кому надо. С именами Паула. Прикольные. Веера. Футболочки. А это, по-моему, сумки. Топчика, да. Такие сумки. Тоже именные. Лорена, Лаура, Валерия. Какая цена у нее? 8 евро. Она, кстати, хорошая по качеству. Класс. Тематика Испании. Севилья. Моменту шляпы. Такой симпатичный магазинчик вообще. Редко такие встретишь на трассе. Там мы уже близко к Севилье подъехали. Поэтому здесь вся тематика Севильи. Фартук для настоящих мужчин, поваров и женщин. 2 испанское, платки для фламенко, юбка для фламенко. А, и вот ботиночки для фламенко детские. В таких они танцуют фламенко. Видите? Жира. Таза дансар фламенко. Оливки. Ой, столько вкусного. Еще голодная. Ну и, конечно же, мороженка. Ну что, мы в Севилье, мы сейчас быстро вкусно покушаем и поедем дальше. Моя любимая Севилья, как я ее люблю. На часах без 29, но рестораны еще закрыты, так как в Испании начинается ужин достаточно поздно. Но мы голодные, не будем ждать позднего времени и идем кушать в наш любимый ресторанчик. Но со ресторан фаворит, Сейчас все покажу, если там, конечно, будет место для нас. Потому что мы позвонили, они резервы не принимают, не бронируют столики. Все в порядке живой очереди. Вот что значит везет, так везет. Закрыт он, не знаю почему. Ла Исла закрытый. Туристы ходят в достопримечательности, смотрят в городе, а мы ходим, где бы нам вкусненько покушать. Вкусно и недорого, хотя в Севилье, в Испании всегда все дорого, но еда всегда вкусная.
мне нравится их кухня. Это центральная площадь, одна из центральных улиц. Здесь всегда людно, шумно, красиво. Ой, машины едут. Бременские музыканты бродят. Часто в Испании, кстати, можно встретить вот такие тенты навесные. Это делает такую имитацию тени, чтобы хоть какой-то тенечек был в этих джунглях каменных, так как очень жарко. Вторая неудача за сегодня. Закрыт второй наш любимый ресторан. Но мы не сдаемся. Странно, что они закрыты, непонятно. Какие что плума ла парилля? Плума я прямо парте карма. Мясо не хочу. Como el calamar. A comprar pequeñitos. И a la plancha. Ну что, это томаты с тунцом. Это перцы падрон такие маленькие, очень вкусные, жареные на костре. А это артишоки. Ой, что там у нас такое вкусненькое? Это хвост быка с картофелем. А у меня такие бэйби, как их называют, кальмары. Красиво. Все такое желтенькое, красивое.